Победный май все ближе. Более 2000 памятных, торжественных и праздничных мероприятий пройдут в Волгоградской области в честь 9 мая. Спустя 2 года мы вновь сможем насладиться этими яркими и разнообразными событиями вживую. Санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет. Региональный оперштаб принял решение провести все мероприятия в очном формате. Центром торжеств по традиции станет город-герой Волгоград. 7, 8 и 9 мая в 21:00 жители и гости региона смогут на Мамаевом кургане насладиться красотой видеоинсталляции «Свет Великой Победы». Памятные митинги и возложение цветов к вечному огню, братским могилам, памятникам защитников Отечества пройдут 8 и 9 мая во всех городах и районах Волгоградской области. 8 мая в Среднеахтубинском районе в авиаклубе имени Чеслова, где базируется Центр «Патриот», стартуют всероссийские соревнования по авиационным гонкам на Кубок Великой Победы. 9 мая в 10:00 начнется парад Победы с участием частей Волгоградского гарнизона. На центральной набережной и в сквере Пушкина будут работать праздничные тематические площадки. Акция «Бессмертный полк» начнется в 12:00. Колонна отправится от дома Павлова и поднимется на главную высоту России. В 14:30 стартует автопробег ретро-автомобилей. На центральной набережной 9 мая в 15:00 можно будет увидеть показательные полеты участников авиагонок на Кубок Великой Победы. Здесь же в 19:00 начнется праздничный концерт. В завершение торжеств, приуроченных к 77-й годовщине Великой Победы, в 22:00 на центральной набережной прогремит праздничный салют.